Лук нарезаем мелким кубиком. Чеснок тоже можно мелко порезать, а можно пропустить через пресс. Копченую грудку порежу некрупными кусочками. Можете взять постную или пожирнее, как вам нравится. Друзья, наш гастрономический тур по Австрии продолжается. А чтобы не пропустить наше новое видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик. Готовьте вместе с нами просто, быстро и вкусно. В сотейник кладу сливочное масло. Обжариваю лук и чеснок. Добавляю бекон, слегка обжариваю и добавляю муку. И все надо хорошо перемешать. А теперь слой капусты. Перемешивать не надо. И очень важно взять кастрюлю с толстым дном, чтобы при тушении не подгорало. Обязательно добавляю черный молотый перец. А вот соль добавлять не буду. Бекон и капуста достаточно соленые. Ну а теперь мясной бульон. Можно, конечно, и овощной. Для вкуса и аромата пару лавровых листиков. Закрываю крышкой и оставляю тушить, не перемешивая, часа полтора. Пока капуста тушится, я быстренько сделаю колбаски. Австрийцы, конечно, мясоеды, и порции у них добротные. Мы тоже очень любим гриль-колбаски, поэтому фарша сделаю побольше. В мясорубку отправляю свиную лопатку, грудинку и сало. Лук с чесноком тоже в мясорубку. Конечно, можно и порезать, но зачем лишние хлопоты? Теперь, конечно же, специи. 18 грамм соли, 10 грамм черного молотого перца, 5 грамм мускатного ореха, 10 грамм сушеной паприки и немного холодной воды. Фарш надо хорошо перемешать. Можно руками, а можно воспользоваться кухонным помощником, у кого какой есть. Так как мы готовим фарш для колбасы Käsekrainer, обязательно добавляем сыр и менталь. Конечно, можно заменить на Маздам, Гоуда или голландский. Сыр надо мелко порезать, добавить фарш и хорошо перемешать. Ну а теперь подготовим фарш для острых и пряных колбасок Bratwurst. Мясо в мясорубку через крупную решетку. Прокручиваю шейный карбонат, грудинку и сало. И, конечно, лук. Удобно прокрутить тоже в мясорубке. Друзья, как вам такое блюдо? Тушеная квашеная капуста с гриль-колбасками. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И, конечно, обязательно для пряных колбасок Bratwurst ароматные и яркие специи. Соль, сушеная паприка, сушеный чеснок и майоран, фенхель, кориандр, черный молотый перец, тмин и чили. Соединяю специи друг с другом и добавляю к фаршу. Хорошо перемешиваю, чтобы специи равномерно соединились с фаршем. А теперь надо добавить немного холодной воды и все хорошо еще раз перемешать. И вот он ответственный момент. Черепу надо надеть на конус и край завязываю. Конечно, предварительно кишки я замачиваю на ночь, а потом промываю проточной водой. Теперь заполняю кишку фаршем, желательно равномерно, чтобы не получалось пустот, но и не было слишком плотно, иначе при запекании колбаска может лопнуть. Сырную колбаску Käsekrainer разделяю на маленькие порционные. Вообще эту колбасу сначала немного коптят, а потом обжаривают. Но у меня нет пока возможности коптить, поэтому я буду просто запекать в духовке. Ну а теперь сделаем пряную колбаску Bratwurst. Также равномерно заполняю фаршем кишку. И на порции делить не буду. Оставлю вот такой красивой улиткой. Друзья, какая колбаска вам больше по душе? Сырная или пряная? Выкладываю колбаски на противень, застеленный фольгой, чтобы потом было легче мыть. Для сырной колбаски сделала отдельно форму из фольги, чтобы при вытекании сока вкусы не перемешивались. Прокалываю колбаски зубочисткой и отправляю в духовку при температуре 180-200 градусов, пока не подрумянится, минут на 20-30. И вот они, румяные австрийские гриль-колбаски. Сырную Käsekrainer традиционно подают с хреновой горчицей, а пряную Bratwurst – тушеной квашеной капустой. Друзья, скорее пробовать, я уже даже не могу дождаться. Очень вкусно пахнет, ароматы бесподобные. Великолепно. Сырная колбаска. Супер. Сыр расплавился. Такой легкий, нежный вкус сыра. Очень здорово. Обожаю гриль-колбаски.
Очень вкусно, очень. Обязательно рекомендую вам такую приготовить. Сейчас посмотрим, что же у нас тут получилось с кислой капусткой. Друзья, присоединяйтесь. Что я могу вам сказать? Обязательно готовьте. Эти два рецепта просто превосходные. Квашеная капуста, немножечко кисленькая, с бекончиком копченым. Ну разве это может быть невкусно? Берите скорее вилку и все сюда. Очень вкусно, очень. Посмотрим, что с самой колбаской. Эта колбаска была пряная, где мы положили много-много разных специй. Бесподобно. Бесподобно. Австрийцы молодцы. Вот они любят кушать много мяса. У них больше 1500 разновидностей колбасок. Супер! Друзья, подписывайтесь на наш канал. Не пропускайте наше гастрономическое путешествие. Наслаждайтесь вместе с нами. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу и приятного вам аппетита!